Товарищи генералы, офицеры, курсанты, студенты, преподаватели, сотрудники. Мы сегодня собрались в преддверии нашего праздника. Это всегда для нас очень светлая дата. Мы гордимся тем, что у нас выдающийся военный учебный центр. Причем это на самом деле так. Из 53 сухопутных военных учебных центров, которые относятся к сухопутке, мы крупнейший военный учебный центр. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Я вам желаю здоровья. Я уверен, что все, кто в этом зале, настоящие патриоты, способные защитить нашу страну и обеспечить правильное, долговременное развитие и России, и мира. Среди памятных дат, отмечаемых в России как дни родов войск и видов вооруженных сил, день ракетных войск и артиллерии занимает особое место. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 21 октября 1944 года в честь разгрома фашистов под Сталинградом, который начался с мощнейшей артподготовки 19 ноября 1942 года. Артиллеристу необходим широкий общеобразовательный кругозор и глубокие технические знания. Свой вклад в подготовку артиллеристов, будущих кадровых офицеров, офицеров и сержантов запаса вносит военный учебный центр нашего университета. Поздравляю наших ветеранов, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, выпускников, курсантов и студентов военного учебного центра с Днем ракетных войск и артиллерии. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, успехов в работе и службе на благо нашей Родине, Российской Федерации. Артиллерия – это бог войны, по выражению Сталина. Артиллерия приносит и приносила огромную пользу для вооруженных сил. Она сохранила огромную массу жизни нашей пехоте и другим родам войск. Вас здесь готовят как нормальных инженеров, не только командиров, но и инженеров. У вас вы получите прекрасные знания. И никто, никому, как вам, придется много внимания уделять и системам, и средствам поражения. Я думаю, что мы еще не раз услышим имена вас, будущих офицеров, будущих генералов, будущих конструкторов, будущих ученых в своей деятельности. Я хотел бы, чтобы гордостью вынесли звание выпускника Тольяттинского университета, чтобы гордились все и знали, что выпускник Тольяттинского университета звучит гордо. Это люди, которые стоят на страже мирного труда, это люди никогда не подведут. Слушайте своих руководителей, преподавателей, любите учителя как родителя, они вас всему научат, потому что они все имеют боевой опыт. У них у всех боевые ордена. Успехов вам и счастья на благо нашей любимой Родины. Спасибо.